Народовластие в очередной раз задумались в преддверии парламентских выборов депутаты оппозиционной партии. Ее лидер Владимир Воронин провел круглый стол в Камрате. Целью общей задачи является то, чтобы мы все в полной степени прониклись содержанием, для того, чтобы все вместе мы еще поняли одну главную нашу задачу. Лозунг «Вся власть народу» понравился многим присутствующим. Однако, как этого добиться, демократическим путем озвучил Анатолий Плугару. Жизнь народа стала невыносимой, потому что мы имеем дело с массовым нарушением фундаментальных прав и свобод граждан. Потому что нам давно уже не дают размножаться, простите за эту простую народную формулу. Мы уже давно умираем, больше, чем рождаемся. Потому что народ скармливает всякое дерьмо, простите за это слово, просроченные продукты, некачественные продукты, геномодифицированные продукты и так далее, и так далее. Это прямо бьет по способности, по нашей способности воспроизводства и по продолжительности нашей жизни. У нас происходит массовое превращение молодых женщин в проституток и молодых людей в воров, бандитов и наркоманов. Потому что нас уничтожает. Мы медленно должны подняться и защитить свое государство. Депутат парламента Василий Шова призвал вернуться к законодательному укреплению нейтралитета Молдовы. У нас постоянный нейтралитет фактически является объявленным статусом. На самом деле ни одно государство в мире не признало статус постоянного нейтралитета Республики Молдова. По крайней мере, нет таких публичных деклараций, что они признают. И второе, что у нас нет никаких международных гарантий, касающихся подобного статуса. Власть должна взять будущее на себя обязательство и в международном плане продвижение процесса признания нейтралитета Республики Молдова с другими государственными международными организациями, прежде всего ООН и ОБСЕ, по типу, как это сделал Туркменистан в 1995 году решением сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Участники круглого стола отметили, что необходимо вернуть власть народу. По словам докладчиков, в Молдове намечается народная буря, которая неизвестно, когда произойдет, до выборов в парламент Республики Молдова или после.